Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. С вами снова Домастер. И Террасер, всем привет. Я наверх, ты вниз, Террасер, как и договорились. Да, я уже мы, кстати, готов. Когда играем в Moonbase, все время так делаем. Ну, почти всегда. Иногда мы... Ух ты, я взял такие вещи, Костя. Каменный меч у меня. Убиваю одного. Почти убил, он спрыгнул, умер. А? Так, убиваю второго убиваю. Убил, отлично. Третьего убиваю. Ну блин, везет тебе. Трих убил. Они, ну, пары успели залутать вещи и уйти. Они все вещи взял с сундуков. Ты выжил? Да, я живу. Я пытаюсь догнать одного человека. Ё-моё, ладно. У тебя жизнь никак, нормально? Да, я бью чувака. У меня фулл хп. Так, стоять, свинюшка. О, блин, у меня... Не догнать. Да, я тоже не догнал, у меня завис Майнкрафт в плане того, что это откидывает назад, знаешь, эту фишку. Ага, бывает. Ах ты. Кинули. Вот, прикинь, я убил чувака, он упал, короче, сверху, у него золотой нагрудник был, отлично. У меня для тебя есть броня, ты гитар, один центр. Так, у меня, знаешь, какая броня? У меня железная броня. А, у тебя железная броня? Ну тогда у тебя лучше, чем у меня, чё. Так, я пытаюсь догнать здесь чувачку. Чувиху. Я не знаю, наверное, это чувиха, может, не чувиха. Так, ладно, да может просто купили аккаунт, ну ты знаешь эту тему, еще я тебе рассказываю. Так, все эту тему уже знают. Так, ладно, тогда я побежал, тоже буду искать кого-нибудь убивать, пока у меня есть хорошее оружие. Угу. Нам бы, конечно, встретиться, но я хочу ее добить. Я ее уже почти убил, у нее жизни нет, у нее оружия нет, я знаю. Отлично, убил. Все, ты где, Костя, находишься? Говори, срочно. Я около маяка. Около маяка, не знаю, где это. Ладно. Так, все-таки шейдерами здесь на этой карте играть очень сложно. Темно шейдерами здесь. Да. Так что вырубил лучше шейдеры, пока не поздно. Так я в маяк зашел, здесь какой-то паркур. Маяк. Где же здесь находится маяк? Я, короче... Он такой еще изогнутый. Но это никак не маяк, а какая-то подзорная труба такая. Опа. Я вот этот паркур ни разу не проходил на самом деле, тогда лучше я, наверное, сюда свалю. Хотя там наверху, наверное, какой-нибудь ценный приз. Так, здесь вижу кого-то, двоих чуваков вижу. За одним бегу. Ты двоих там чуваков что-то... решил убить сразу же? Да, троих. Так, а ты где? Скажи мне, что ты рядом видишь? Так, рядом я сейчас вижу поле большое с буквой S. Поле с буквой S? Такого вообще рядом не наблюдаю. Около маяка, кстати, я почти. Около, то это такая труба подзорная, только нагнутая вправо-влево там, да? Нет, я... просто большая труба, и там корабль есть еще. Корабль? Ну, он типа стоит рядом такой небольшой. Да. О, сундук оказывается. Ну да, я около него. Отлично, я тогда иду к этому кораблю, я уже почти у корабля. Так, я около этого корабля. Так, ты меня не видишь? А может, мы в разных маяках? Может, здесь два маяка? Сейчас посмотрим. Я просто вот чисто около корабля сейчас нахожусь. А он большой или маленький? Большой, а ты около какого, маленького? А, забей, короче, мы около разных. Я какой-то луноход, кстати, вижу. Там у него такие... отлично. Какие-то такие золотые у него колеса, как, знаешь, как машинка, только с золотыми этими. Ну, не золотыми, тьфу ты, с фонариками. Воу! Тут чуваки дерутся. Дерусер, ты давай не умирай, главное. Осталось 11 человек уже, ну, не считая 10 человек. Отлично. 9. Так, я, короче, полностью почти в железе. Я бегаю в кожанке какой-то. Ты нет, где? Давай встретимся. В ботанический сад, знаешь где? Ботанический? Ну там типа такой обнесенный стеклом сад с деревьями, там травка такая. Я вещи подберу. Все хорошие. Я просто Moonbase плохо знаю, мы на ней когда все время играли, все время в то место шли, где вертолет был. Вот. Так, сейчас подожди, Костя, я вещи сбрасываю. Так, один слиток еще нашел, лодка. Ну, где ботанический сад, ты знаешь, да? Возможно. Топор сбросил. Так, ладно, давай я сейчас к тебе приду, если я найду это место, конечно. Должен быть какой-то замес был. Я уже, наверное, бегаю по полям... По поле битвы. Сейчас я еще одного человека нашел. Сейчас с ним разберусь. Ты смотри, Террасер, аккуратнее. А у него ничего нету. Так, ну я в ботаническом саду. О, тут чувак какой-то с удочкой бегает. Осторожно, ты, блин, давай, я не знаю, может спавну прибежать? Я бы хочу его убить, погоди. У него, конечно, может получше, чем у меня шмотки, но... Подожди, Костя, рисковать не надо, к спавну пойдешь? Погоди, я с ним дерусь. Да, я убил его. Так к спавну можешь... А, я слышал, где этот звук был, молнии, я в ту сторону пойду. Да, так я к спавну, в принципе, не знаю, Террасер, тут хорошо. Так, вон я вижу этот луноход с золотыми колесами, как ты выразился. Да, так их может быть несколько здесь на карте. Вот ботанический сад, вижу там деревья. Да, вот видишь, я за стеклом тут прыгаю. Так, за стеклом ты, видимо, с другой стороны. Так, ну ты заходи в ботанический сад, я тут буду ждать.
Так, как мне пройти? А, вон, я вижу твой ник. Стекло же нельзя ломать, это немного бредово, ну да ладно. Или здесь, а, здесь это можно ломать же точно. Это вампир за этим прошел стекло. Я так, прошел, я жду тебя в центре около огня греюсь. А, вижу, вижу. Сейчас давай погреемся, вещи разделим. Так, так, ну я... держи тебе вот это. Да ты фигон кидаешь! Я специально. Так, сейчас я тебе... Тебе железный стиль нужен? У меня одна штука есть, у тебя алмаза нету? Нет, на. Так, ну давай, не знаю, сбросим все вещи в огонь, я смотрю тебе, из того, что у меня есть, ничего не нужно. Да. Ну, если у тебя ты... железных ботинок нет? Нет, лишних нет, ТСР, лишних ладно. Нет. Тогда сбросим все, что есть. Я могу тебе, конечно, дать золотые, но вряд ли тебе от этого легче станет. Да, ну вряд ли тебе от этого легче станет. Да, здесь ты прав. Так, ну у меня дофигища еды всякой ненужной, я, наверное, ее лучше скину. Так, мяско. У тебя лук есть, кстати? Один. А, плохо. Картошечка, обожаю картошку. Так, ну все, давай, не знаю, пойдем дальше уже убивать. Да, пойдем. Сколько осталось? Помимо нас еще осталось... человек еще. Ой, человека. Опять эти чуваки знакомые наши. Вот, я... смотри, о, мне тортик вижу. Проспорили. Одного распорт. Вижу. Одного видишь? Блин, я уже как скаут пытаюсь в аннигилейшене прыгать через удочку. А, давай. А, я видел, да, кстати, как ты там... У тебя ролик назывался, что-то делать нечего там. А, делать было... Вечером делать было нечего, что-то такое. Да-да-да-да, типа, ты смотрел? Ну да. Вот там под музычку. Ну, смотри, сейчас убьем. Осторожно, не пались. Сейчас. А, запалились. Запалились, запалились, да. Ты только аккуратнее, смотри, это. Так это же. Я его где-то видел уже, знаешь, этого чувака. Давай, кидай его, кидай. Он с луку стреляет. Он в меня упал, стрела от меня отскочила. Лол, зачем он так поджигает? Зачем он так поджигает? Да, ну ладно, о, я классно, тебя... ты меня подтолкнул. Да, 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 я тебя еще, знаешь, так морковкой специально. Только мечом ты меня подтолкнул. Морковка, это что? Вот а, это морковкой? Да, 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 ты рассвет. Тогда отлично. Так, сейчас на грудничек. Я же видел то, что в меня вошел. Держи нагрудничек. Так, а ты, знаешь, что, держи-ка... А, ничего тебе не могу дать, в принципе. О, три человека, Костя, дедмач. Дедмач, отлично. Yeah. Так, ДРСР, что, знаешь, что сделаем? А? Перед дезматчем поставим тортик на удачу. А, да, на удачу тортик поставим, сейчас я скрафчу. Тебе железный меч нужен? Да, давай сделаем, почему бы нет, у тебя же есть уже. Да, у меня есть, я выбил с чувака. Вот, держи, я сбросил железный меч, я сделал сейчас еще стрел немножко. У тебя алмаза нет? Алмаза нет, но я тебе могу дать кремния, могу дать давай перышко, крем, могу крем, дать мне, этого, это сделаешь и дофигища стрел. Пригодится. О, палочки. В общем, нормально. Блин, знаешь, что сделаю, ТРСР? Дай мне зажигалку. У меня одна. А, одна, плохо тогда, ладно. Я просто хотел пожечь сундуки. Да здесь бесполезно, на самом да, деле. Да, на этой карте, в принципе, не так круто, как на других. Здесь можно поджечь вот, вот эти, ой, как называется, или светопыль, или фонари. Они поджигаются? Да. Имеется без палева? Да, смотри, сейчас подожгу. Почти без палева. Ну да, 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 да. Ну по крайней так, мере, ну, 4 секунды. Точно без палева. Ты готов? Я истратил зажигалку последнюю, так что... Ну чтоб честно. О, вот этот парень, я его знаю, мы его с ним уже сражались. Давай, ТРСР. Один на один? Блин. Какой один на один? Ну, давай, все, это голодные игры. Ну, выживает сильнейший, никаких один на один. У него алмазный меч, ТРСР. Если я умру, то передай моей жене, что я любил ее. Ну, я не умер. Два алмаза. Почти. Почти один на один. Да. Сейчас будет ругаться, ТРСР демастер, негодяй, один на один. А мы таки скажем, ну это голодные игры, парень, прости. Ну да, когда мы не хотим проиграть, мы говорим, это голодные игры. У нас все просто, ребята. Так, просто видишь, если бы это было какой-нибудь, не знаю, если бы это был какой-нибудь, не знаю, там, WoW или Lineage, где бы я был уверен в своем скилле PvP, да, то я тогда бы согласился. Это Майнкрафт, здесь все от пинга зависит. Такого пинга лучше, тот... Не, ну что, конечно, от того, как ты, как у тебя комп там... У тебя зажигалка есть? О, у меня 4 золотых яблока на 2. Давай. Че будем золотыми? Может без золотых яблок, они слишком читерные. Так долго будет время. Да, реально слишком долго. Давай без зажигалок, может. Просто мечи и луки. Мечи, удочки, стрелы. Мечи, удочки. Стой, у тебя сколько стрел? 26. Нормально, мне 21. Так, давай тогда на другую сторону уйду. Ага. Значит, 3. Раз, два, три. О, ты решил залезть наверх? Да. Ау. Блин. А-а-а-за-за-за. Затралил, типа? Черт, фак. Давай, ТРСР, регенься, дам тебе шанс. Да я не сзади тебя, не беспокойся. А, блин, нет. Костя, отвали. Костя, нет. У меня завис Майнкрафт, нет, не бей, пожалуйста, реально. Ладно. Погоди, стой, у меня реально все зависло. О, все отвисло, так, погоди, ты готов? Так, давно готов, блин, Костя. Без зажигалок, да? Ну да. А, ну ладно, ладно, отлично. Все, я отвис. О, ты что, тоже здесь уже, что ли? Нифига ты читер.
Ё-моё, да ну тебя нафиг! Всей жизни не было, ё-моё. У меня 8 сердечек. Блин, ну как в прошлый раз, я тебя вытащил. Вернее, вытащил, ё-моё, говорю, что я говорю? Вытащил. Вытащил, он такой, ДРСР, вытащи меня! Он такой, он мне руку помощи не вытаскивает, такой звезды. Ну ладно, ребята. Как бы отомстил, можно сказать, ко мне. Да как отомстил? Мы, знаешь, ДРСР, мы все время говорим-то, все время победила. Мы победили в любом случае, потому что мы как бы, это конец, мы деремся чисто для того, чтобы закончить раунд. По идее, неважно, кто победит в конце, это, по сути, ребята, на самом деле, неважно. Знаете почему? Потому что мы команда Last Rise, мы друзья. Да, поэтому, в принципе, побеждает, когда мы побеждаем, это уже, можно сказать, по дефолту, что мы победили и все дела, вот, так что, ребятки, неважно, кто победит в конце, на самом деле, когда вот это уже дуэль, это мы делаем чисто для того, чтобы... команда Last Rise, да, мы, всё. Да, мы делаем чисто, чтобы просто закончилось раунд, получить очки, там, те же самые и так далее. Вот, ну, в принципе, это все, ребята, с вами были Демастеры ТРСР. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео, вот, рассказывайте наш канал своим друзьям, да, почему бы нет. Да. Вот. Можете, конечно. Так что все, ребята, на этом всем большое спасибо еще раз. Всем удачи и пока. Всем пока, ребята.